Здравствуйте, любимые зрители! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «За Германию» в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо имеется в описании. Всё-таки всегда интереснее смотреть с самого начала, да и пояснить настройки карты в данной партии надо. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну да, вот сейчас я в античности, и мне, если там на кого-то навести, уже осталось от войны умеренно, так что она будет. Я хочу сказать, что я практикую я абсолютно уверен в некоторых вещах, которые я не знаю. Так, давайте на два хода я поменяю харизматичный лидер на дипломатическую лигу и отправлю первого посла Махенджидара, у меня даст двух сразу. Конго, дай проплыть, вот, а? Отлично. Силкова Спарта закрыл проход. Через два хода я обратно поеду, чтобы тут плюс два было. Вишневецкий. Что? Дай проплыть около Спарты. Хронический бежит, народ. Бежают эти баги 15 ходов, на самом деле 9. Ну, как минимум, тут еще можно ставить город. Вот. Хотя не знаю, как там бразильский стоит. Но бразильский явно на этом континенте стоит. Ну, ну вот я всех и встретил. Да, Стоунхендж, наверное, построю. Я смогу религию основать в Стоунхендже. Ну, а почему нет? Чем плохо? Что там? Иезуитское образование и... А я, наверное, на производство возьму. На будущее. На месте пирамид я кампус построю. Как раз рядом с горой. Интересно, откуда тут эти прибежали скауты? Они же вот отсюда бежали сверху. А как там эта война Конго с Египтом? С переменным успехом. Но город свой обратно Египет пока не отбирает. Так, морских юнитов мне уже создавать нафиг надо. А вот
наземных, чтобы с Бразилией, я бы, наверное, взял, тем более кавалерию. Угу. Вот и германский поселенец. Может, тебе войну объявить, бразилец, чтобы ты тут не ходил? Ну, территория нейтральная. Как Сколько думаешь? Подвинулся, попроси. Нет, я хочу, чтобы ты не ходил. А, так у тебя тут еще барьерный риф. Бразилец-то очень жирно устроился. Все, мочите лидер. Да, такой лидер, блин, два этих... Люкса всего, на весь мой остров. У меня тоже два люкса. Никто не сидит? Что? Что ты спросил? На Пангее Ультима кто сидит? Египет сидит, Египет. Так, что мне дальше надо? Давайте два хода драмы и поэзию, чудо света мы построим. Мы с тобой, Египет, проседаем из-за этой войны. Надо быстро ставить город в начале следующего хода, чтобы бразильский скаут дальше не пробежал. Он не сможет пройти на эту территорию. Отлично. Получилось. Так, только меня волнует... Ну, если он захватит, я отобью, если что. Полное жилье от воды, как если бы все они находились у реки. Нифига себе, Махенджо-Даро. Очень важно быть его союзником, по-моему. Так, поплыли в эту сторону, смотришь, вот у бразильца. Не, бразилец, если ты решишь тут города ставить у меня, то я очень сомневаюсь, что ты их сможешь удержать. Близко к Франкфурту я не хочу ставить. То есть... А, неважно, на моем континенте... Это мой континент тоже, не боись. Нет. Я вижу, что у тебя есть туда проход? Куда? На континент мой. Проплыв есть, ну и... Ну, проплыв... Как ты собираешься их защищать, интересно? Не, ну давай, поставь, проверим. Нет, я не собираюсь ставить там тонну, но один бы я там точно поставил. Далеко от Франкфурта, то есть не в трех клетках. Не создавая себе угрозы. У меня мало тут места для городов. Мне весь этот континент нужен. Ну, место здесь всем нужно, всегда можно договориться. Ну, я вижу, что вот у тебя на континенте справа от тебя пустое место, но ты почему-то хочешь ко мне ставить. Нет, туда я тоже поставлю, понятное дело. Ну, сначала свое место заполни, а потом уже лезь ко мне. Я так собираюсь. Ну, вот ты когда у себя место заполнишь, то увидишь, что, у тебя, что уже и мое место все занято мною. Ну, посмотрим, кто успеет, хорошо. Ну вот я об этом и речь, что ты видишь, ты хочешь ко мне поставить еще в то время, как у тебя у самого не занято все.
Я вижу твой континент, я вижу, что там у тебя пустое место. Ты туда не ставишь. Уже я собираюсь туда ставить. Положил глаз на мои территории почему-то. И говоришь, что можно договориться. И твои территории находятся слишком далеко от тебя, не говорят. Они не находятся слишком далеко от меня. Я тебе могу метку поставить. Примерно вот на месте лагеря. Ух ты. Слушайте, а у меня больше, собственно, кроме слонов здесь будет город. И нефрита ничего нету. Что, конечно, не радует. Так, драмы. У тебя же усталое звание сколько, Конго? Отложим. Строительство. Эти мы имеем усталость построить. Ну ты же юнит ты потерял же, по-моему, трех юнитов. Юнит уже ты потерял. Понятно, но усталости-то нет. Что у меня одна усталость есть, так что я предлагаю замириться. Вложение хорошее, но, блин, наверное, не получится. Поэтому я замириться. Блин, мне надо еще этих лошадей обработать, чтобы без войны лошадей строить. И там другого попробую захватить. Что? Кого-нибудь другого попробую захватить, меня это уже не получится. Ну да, тут я взглядал. Фарвар обратно побежал этот. Ладно, давай его тут попробуем поймать таки. Не думаю, что стоит дальше сюда уже плыть. Приблизительно понятно. Так, что тут с армией?
Так, что по очкам? No hour of life is wasted. А что, Конго, мир, нет? Давай пока повоюем. Че, мне фрегаты строить? Нет, я хотел спросить. Строить. По-моему, фрегаты никогда не помешают. В любой непонятной ситуации строй фрегаты. Да, ну короче, варваров я фиг знает, когда еще убью. Хотя, вообще, одного я убил, да? Сейчас еще одного, и там, возможно... Ну, блин, железо надо открыть. А вот это уже плохо. Что случилось? Лучники у человека. Но уже обещал фрегаты. Фрегаты. Сейчас он лучников апнет во фрегаты и все тебе. ГГ. Египет, а сколько у тебя городов? Три. Вот это явно Египет и Конго на последних местах. The poets have been mysteriously silent on the subject of cheese. Алексей, предлагаю заключить дружбу на 15 ходов. Кто, бразилец, говорит? Да. Ну, если ты пообещаешь не ставить там города на моем континенте, то го. Вот там один, ты видишь метку, где я собираюсь поставить? Нет, я против. Я против. Почему? Ты очень... Это гораздо ближе к моей столице, чем к твоей. И что? То есть... Ну, соответственно, это входит в зону моего влияния. Хочу себя там обезопасить с этого направления. Я не хочу иметь на своем континенте твои города, куда ты можешь спокойно переправлять юниты, потом, если ты решишь на меня нападать, и сможешь и с наземного, и с морского направления. С наземного, с морского я тебя и так бы достал, без этого города или ну, достал бы, если бы захотел. То есть я не слишком далеко ставлю от своей столицы. Я тебе поэтому... говорю, я не буду заключать с тобой дружбу на 15 ходов, если ты собираешься там ставить город. Потому что как только ты поставишь там город, я буду объявлять тебе войну. Насколько далеко от твоей столицы? Вот сколько клеток-то посчитай. Я вот не вижу в пределах, там, не знаю, 6 клеток, это... Я не очень понимаю, при чем тут свою клетки от столицы. Давай посчитаем, насколько клеток он от Конго находится. Может, это будет аргументом. Тоже. Причем тут да. Клетки? Я тебе только что сказал, почему я не хочу, чтобы ты там ставил. А ты мне опять начинаешь про «посчитаем клетки от столицы». То, что ты мне угрозу составишь гораздо больше, чем я тебе. Даже не ставя на моем острове. Так, пора уже, наверное, кампус ставить, а потом гавань.
Сейчас достроится гавань, я куплю просто торговца вот из Франкфурта, чтобы он дорогу провел в Магдебург. Сколько, кстати, интересно, у бразильцев городов. If bread is the first necessity of life, recreation is a close second. У него только три города. Какие-нибудь ресурсы на обмен есть? А, может, у меня еще какие-то мало, может, блин, два попалось. Нужно рабочего. Ну, люксы. Да, у меня есть. Что? Сейчас я их обработаю. Откуда ты приплыл? Да. Ладно, давай мир. Теперь уже не бесплатно. Нет, бесплатно. Ради посла. Сейчас уже опасности для меня нет. Так, а как там ситуация с Оклендом, меня волнует? Никто не является сюзереном? Является. Там уже 6 часов. А тут отправил Россия. И, наверное, снесу сейчас Окленд. Как он умудрился-то? Действительно. Он негодяй. В данном случае у меня тут основное это жилье скорее, чем. Да ладно. Чем... Какой-то очень сильный город государство. Чем счастье. Bronze потому что нет рек много. Wine of the mind. Так, где железо? И все. Один. Да. Так, производство за каждого последователя и золото за каждых последователей. Где ж тут этот лагерь? Ну вот только на этой клетке может быть лагерь. Так. Во Франкфурте, пожалуй, куплю торговца. Послов, откуда? А, все ж ясно.
И во Франкфурте куплю. Ну, тяжелая колесница 28. Давайте, наверное, тяжелую колесницу. Бразилец, а слева от тебя тут какой-то огромный континент с ртутью, спайсом и прочим. Чё ты там не хочешь селиться? Вижу, исследую, но потом... Тут вообще никого нету. Ну, кроме варваров, тут да. Тут огромная территория справа от меня, и это слева от Египта. Тут просто огромный материк, я до него даже не дойду, если буду строить город девятый. Хорошо, Алексей, скажи тогда, где ты поставишь самый свой южный, самый близкий к моим границам город? Можешь пока метку поставить? Да, наверное, поставить, наверное, вот там, где ты поставил. Нет, там, где я поставил, я не хочу, потому что это конкуренция за большой барьерный риф, во-первых, и вот это как раз слишком близко ко мне. Это уже угроза четко мне. Ну, это мой континент. Я не очень представляю, как ты собираешься, вот если я там свой город поставлю, как ты, например, собираешься его захватывать и мне мешать там. Я не говорю, что я хочу его захватывать. Я говорю, что он создает мне угрозу, если он там будет стоять. Это близко к моей столице. У меня так близко к твоей столице нет городов и не будет. Ну, конечно, не будет, потому что у меня столица фиг знает где. Отлично, давай там никто не будет ставить. Нет, мне надо ставить города. Севернее, пожалуйста. Мне негде больше ставить города. Это мой континент, на котором я могу ставить города. Ну, у тебя их сколько вот уже? Ты хочешь меня ограничить в количестве городов? Нет, ладно, я посмотрю, ладно. Вот у тебя их уже 5 городов. Ты еще можешь тут 2 поставить, то есть 7 будет. То есть ладно бы у тебя было, не знаю, там 4, ты 5 не мог поставить, это понятно, но... Какие именно проблемы? То есть, у тебя прям территории нет, нет. Лесов никаких нету. Только барьерный риф, но я в любом случае выкуплю в Бразилии. Ну, ну а что ты не выкупил до сих пор? Да, просто ни ты, ни я там не ставим город. И проблем не будет. И будем жить добрыми, хорошими соседями. Я так умею. На рекламу. Не думаю. Че, вот тут можно было гавань поставить? Ну тут вообще неплохо так. Америка, проход дашь? А мы можем делать сколько религий? 4, я вижу еще. Да. Где? Кстати, Алексей, у тебя на сайте, вот в Цивипедии, нету данных, сколько стоит ап-юнита? Не знаю, не уверен. Походу нету. Стоит добавить. Окей. Похоже, эти советчики, да, Леша? Дельный совет же. Как говорится, не надо критиковать, надо делом помогать. Yes, я умел. Что там программировать? Наверное, не поздно научиться. Man suffers only because he takes seriously what the gods made for fun. Как-то я не особо кавалерию строю. Поэтому, хотя, но с другой стороны... Может, мне вообще уже автократию,
Потому что чудеса-то я не строю тоже. Так. Кто там хотел меня обменять ртуть на нефрит? Давайте, наверное, поменяю на античную республику. Уже никто? И районы появились, и... Ну, то есть имеет смысл вообще так. Содержание. Это, наверное, уберем. Давайте производство рабочих. Просто производство. И плюс 5 к боевой мощи против варваров. Алло. Ну, видим, никто. Грустно. А никто мне не хочет одну лошадь подарить. Не подарить, в смысле, продать. Кто это говорит? Америка. Говорит. Я бы тебе продал, но я тебя не встретил. А у меня даже нет. Иди. Сколько ты готов заплатить за лошадей? А почем нынче ресурсы? Могу ртуть дать. Вот так вот. Так, а сколько у нас стоит купить рабочего? Оставь тут мне! Или тебе не нужно счастье? Да счастье-то у меня есть пока. Жалко. Ладно, давайте дальнобойных атак возьмем. Но у меня через сколько? Грек, ты уже адмиралом исследуешь все? Ну а кем еще? Давно. Вы гавани что-то не строите? Не знаю, у меня стоит гавани. У меня тоже две. Кстати, а почему у меня ноль? О, а что у меня 0 очков? Что построилось? Нет. Вопрос. Фига себе. У меня даже написано 0 очков вход. У меня даже написано 0 очков вход. А гавань, по-моему, не дает очки фотоводцев, дает маяк. Разве? Дают здание там построенное. А, то есть здание тогда? Тогда нет, других. Нет. Так, циллопедия. Хорошо, у меня две гавани построены без маяков. У меня 2 и 3. Да, они дают плюс одно, да. Ну, ну блин, да, какой-то глюк, значит, у меня. Они у тебя достроены, точно? Да, да, так я торговый путь получил за них. А, так, ну тогда да. Ну что, а тут тебя... лошадям есть? Проверь на следующий ход, не знаю. Так они не сейчас построены у меня же, не знаю, ходов 6, наверное. Конго, тебе тут лошадь нужна? Ну охренеть. А почему у тебя ноль? У тебя один и один. Ну вот, а я открываю, у меня написано ноль. И у меня и никакого... Тебя... Хорошо, вижу, а у меня что-нибудь один, накопилось уже? Три очка есть. Три очка есть? Три один. А, тьфу ты. Да, ребят, прошу прощения. Я на полководца смотрю. Да, сорян. Блин. Точно идет. Фу ты. А где я посмотреть сделки, которые сейчас за меня идут и когда они закончатся? Боюсь, что нигде. Не было здесь такой же. Может, в ресурсах где-то есть доклады сверху, кнопка там ресурсы. Или это только в инкомоде такая система была? Вот в инкомоде точно есть такое, а здесь не уверен. Да, тут, по-моему, никак не посмотреть.
Ну ладно, там кто хотел нефрит на ртуть, то... Да, пара ходов сейчас. Уже не нужны. Угу. Отлично. Алексей, ну только что мы договорились, что никто там не ставит город. Ну, я не буду тебе такое обещание давать. Нет. Недипломатично ты. Ну, почему не дипломатичный? Это мой континент. Ты просто бери... Я тебе почему-то не запрещаю нигде ставить города. Ты на моем континенте мне запрещаешь. Я не говорю... Ха-ха! Ты мне тоже запрещаешь на этом месте ставить город. Я тебе не запрещаю, говорю, что ставь, я тебе объясняю, что я тебе сразу объявлю войну и захвачу его. Это, ну логично, блин, что... тебе будет сложно его защищать. Ну, на данном этапе. Может, там когда-нибудь с другими юнитами, но сейчас тебе будет сложно его защищать. А мне мой, если я свой там город поставлю, ты решишь мне объявить войну, чтобы его снести, например. Я, например, не против, если ты выкупишь этот барьерный риф. Пожалуйста, я ж... Тут я не возникаю. Но города ставить на моем континенте единственном... Это, извини, моя прерогатива. Еще не факт, что я там поставлю, кстати. Но я не буду тебе обещать, что я там ничего не поставлю. The Lord made us all out of iron. Then he's the Lord made us all out of iron. Шум строительства. А, водяную мельницу построили. Вот тут во Франкфурте. Вкусненько все. Ты одним кораблем приплыл или сколько у тебя? Три разных района, водяная мельница, древние стены, три рудника. Мне надо три рудника ускорить, конечно, ради Ганзы. У кого там эта тусь была? У Америки. А мне их негде. Ну вот один рудник, вот второй рудник. А, так я уже два построил, слушайте. Сколько там стоит купить? 130. Вот, а следующим ходом просто в Берлине куплю и построю рудник на железе, ускорю ученичество. Отлично. Thank you.
Так. Ну как у вас там в первые впечатления от карты Архипелаги? Ну, я уже играл на ней. Просто как-то Пангея уже, ну, понакатанная. Тут все-таки приходится и гавани строить. И место вообще... Места просто маловато, так все нормально, в принципе. Вот я стал сюзереном. Полное жилье от воды получаете. Посмотрим, что у нас... Нет, тут все то же самое. А, по-моему, следующим ходом начнет работать, да. Следующим ходом только. Слушай, Конго, вот справа от тебя вот это все место, ты там хочешь расселиться или что? Если ты мне дашь там поселиться, я готов с тобой заключить мир. Потому что мне только на три города место, мне надо где-то селиться. Грек. Ну, греку, естественно, надо. Но культура, чтобы перла. Россия, у тебя каравелла адмирала вышла или ты построил ее? Не понял еще раз. Я ее построил. Подкорректировал чуть-чуть. Все бегут по верхней ветке, я понимаю. Что еще раз? Все бегут по верхней ветке. Ну, а куда? А где еще бежать-то? Если у меня на острове только три города помещается, куда еще бежать? Блин, ну... Ну, он захватит, я захвачу обратно, это не страшно. Сам факт, что он видит посел и быстрее к нему. Так, готов слонами меняться. О, Россия объявляет войну Египту. У кого есть ресурсы лишние? Ой, слушай, Конго, откажись, я случайно нажал. Ну, типа, у нас запрещено это делать. Так, а раньше же вроде и горы давали столько же лимиты жилья, сколько реки, нет? Нет. Не было такого никогда. Ни у кого ничего нету. Что там Египет выставишь против русского? Так, кто там сюзерен Нанмадола? Как мне тебя найти? Как мне плыть от Нанмадола? А зачем? Ясно. Справа. Ну окей, не буду. Справа. Нет, все, человеку не надо. Да справа, справа, прям вот через 5 лет справа. Ну и чуть ниже на 2. По-моему, ты, бразилец, опоздал там слева города ставить. Тут, по-моему, уже Конго.
Ну, у него только один город, я вижу, так что я не думаю, что прям так сильно. Ну, начал. Create with the heart, build with the mind. Create with the heart. Плохо, крыло вас носит. Так, ну ученичество теперь. Хотя тут... Нет, сначала я буду строить Ганзу. Понял, он не захватил. Он решил проатаковать. Он убился об мою тяжелую колесницу, варвар. Да. Пинда. Так, театральная площадь готова. 4 хода. Ну, в принципе... Ладно, давайте монумент, потом библиотеку. Да и амбар можно построить. Ну, для жилья. Я не очень понимаю, почему бразилец... Зря, конечно, вы Египет сносите. Могли бы атаковать золото. Получить. Ну, слушай, извини, но мне было просто некуда селиться. Я еле-еле 3 города спихнул на свой мизерный островочек. Почему он не выкупает... Он мой ближайший сосед. Барьерный риф. 4 науки. Кому сейчас легко. На ровном месте. Тому, кому есть селиться. Например, Лёша. У него там вроде хорошая территория. Но она длинная, как не знаю что. Просто длинная, узкая и длинная. Лёша, зачем тебе Махенджо-Даро? У тебя с водой вроде бы нормально все. Ну, культура. Не, ну культура-то понятно. Не, пожалуйста, не, союз, пожалуйста. Я 6 туда отправил, все. Не возражаю. Он, не, вообще начнем с того, что это просто была долгое время единственная ГГшка, которую я встретил. Начнем с этого. Тогда ладно. Так, я еще раз предлагаю... Слонов. Никому не надо слоны поменять. Да, мне нужны, сейчас поменяешь. У меня каким-то образом две ртути, так что если... А, видимо, ГГшка дает какая-то. А, беймер нет. В смысле? Ну, потому что, вот посмотри, у меня эта штука только что появилась. Какая ж... А, понял. Ртуть нужна? Да, нужна сейчас. Это... Понял. Мой макросредальный город уже второй раз захватывает. Беда. Чё-то не задалось у тебя в этой игре, да? Все на тебя нападают. Да, у него там все хорошо по ресурсам. Да, у него хорошие ресурсы, поэтому я... Я так бы пошел на бразильца, конечно. Ну, сейчас пойдешь, захватишь Египет, пойдешь на Бразилию. Не исключено, да, не исключено. Слышь, бразилец, а ты со мной все считаешь меня тут злом. Я не считаю тебя злом, если как раз говорю, давай дружбу. Ну ты мне постоянно запрещаешь город мне поставить.
Я не запрещаю, но ты сам посмотри, ну очень близко. Ну и что? Настроить плота. Ну вот меня же не волнует, что твои города очень близко будут к моим. Я говорю, что к моей столице близко. Ну вот как этот город угрожает твоей столице? Ну серьезно. Вот каким образом? Как раз ты можешь разместить, близко подвести флот, там строить его, подвести и так далее, и напасть. Даже сухопутным при желании. А ты исследовал вообще всю... Вот ты представь, сколько мне переть в этот город флот вот через всю эту длинную кишку. Просто чтобы напасть на твою историю, тем более, что мне еще пройдется там... Ты и через Бразилию увидишь. Ну, блин. Ну да, ну ты и говорил, что вот... Ты вот переть вот так. Слушайте, вот мне флот. Мне опять городов, хорошо, но хочется больше. А где вот религия, которая там от тундры увеличивает веру? Она в четвертом слоте, что ли? Это пантеон. А это не пантеон, да, случай. Блин. Сами Савровы. Который взял, скорее всего, Россия. Не-не, я культуру взял, от пастбища. Как раз Россия спрашивает. А? Россия обычно ее берет, ну, у тебя другая ситуация. Да я что-то думал, что он не пантеонов, ну ладно. Рвал это Россию, это быстро вышло, ну, по моим ощущениям. Ну, я специально шел. Блин, а какой там справа не вставил? Нереально было на этом острове. Против правого ничего не могу противопоставить. Так, два хода. Библиотека два хода, либо строение. Ладно, давайте библиотеку. А вот ты построил поселка, куда ты его вообще ввел? Вот на вот это вот, там где железо, что ли, или что? Да, да. Это же ужасное место вообще. Если у тебя нет Окленда, конечно. Слушайте, захватите там Окленда, то Бимирок какой-то... А, не, уже никто не захватит, извини. Почему? Сейчас меня... Ну, потому что он прям рядом со мной. Обнял. Да, я его обнял. Бимирок как раз его и мог захватить, но он решил его использовать. Ну, естественно. Но у него мало городов. Сейчас просто... будет больше, надеюсь. Но все равно 40. Это. 49, это потому что я вышел в каравеллу. Да, в А в каравеллах еще и Ювит, кстати. Это кто? Грек. Я. Yeah. I've lived through some terrible things in my life. Some of which actually happened. А у тебя еще один поселок есть? Ты купил его или ты строил заранее? Я строил. Да. А куда ты его, хотел? Хорошо, это около железа, а следующий куда? Рядом с Конго хотел поселить его. Понял. Слышишь, Конго? А мне сейчас не дает. Строите, что хотите. Что ты так грустно говоришь? Да, моя ранняя война, что ты... Подкосила малёха, да? Да, я думаю, что... А сколько у кого науки? У меня 25. 37. Это кто говорит? В России 25. А, ну то есть они плохо еще идут. Ну я не строил ни кампусов там... Прочь. Я просто смотрю на культуру и ужасаюсь. Ну, у Горга это понятно. Да, и у него Горга просто еще культурный город в союзниках. А Америка, тебя не, тоже не знаю. Было. Америка, видимо, эти самые строят. Не знаю, просто одно чудо было и все. Да, вроде первая игра в группе. Потом, о. С Халифским поиграю. Ты поиграл. Вот, я бы не назвал это поиграть. Знакомый. Ну да, я стану знаменитым. Я буду в видео Халецкого. Я не все видео выкладываю. Может, ты не будешь. Да блин. Сделает монтаж.
Лучше не выкладывать. Тебя же сразу ребята спросили, будешь или нет. Сказал бы нет, они бы ушли. Так я записываю, но не начал выкладывать. Блин, в Майнце. Тоже, наверное, надо водяную мельницу строить. Думаю, эта война Конго нам обоим дорого стоила. Да, я говорю, что мы отстали. Я вот единственное, что города разве что успел поставить. Ну, еще до войны твоей. Это только единственное, что меня держит. There is no easy way to train an apprentice. My two tools are example and nagging. There is no easy way to train... Грек, Валетту захватываешь? Да мне селиться вообще некуда. Ладно, Алексей, я отказываюсь от своих территориальных притязаний. Предлагаю заключить дружбу. Хорошо. Что там надо сделать? Типа мы в чате... Напишите, да, номер хода и дружба между кем-кем. Все. Я напишу. Так. Ганзы, смотрите, мне надо тут, наверное, Ганзу поставить. Напишу до какого хода. А вот тут будет коммерческий, ну, либо так, да. Коммерческий район. Жалко, конечно, лес не вырублен, но тратить время на его вырубку – это долго. О, больше торговых путей могу. Так подробно. Поддерживать. Не, ну чтобы четко было. Потом же забудут. Раз, два, кто там дружбу заключил? Вот, до Магдебурга это будет добивать. А почему за религию здесь нет прям такой жесткой войны, например, как 5? Она не так много дает? Чего нету? Войны за религию, ну, в смысле... Да, религия здесь очень плохая. Тут даже не то, что она плохая, тут надо строить для нее район, чтобы ее продвигать, а это, соответственно, ты чем-то жертвуешь. Она даже не так быстро растут, как 5. Вообще, по-моему, здесь было бы неплохо религии, потому что нет препятствий для передвижения юнита. Это да. Понятно, когда ты побеждаешь, как просто. Блин, хитрющий Геора сидит тихонько молчит, что он Буэнос-Айрес нашел. Ну чего я буду палиться? Блин, а он так дебильно расположен. Даже не знаю, его можно. А, нет, заходить его можно. Он чисто в снегах. Спасибо за игру, Гибет. Все, да. Ты города захватил? Спасибо за игру. Так, я, наверное, вот этот лес вырублю. У меня тут будет еще коммерческий район стоять. Что, все три города захватил? Ну, каравеллами без стен, наверное, быстро. За два хода, да. То, что я там ковырял. Нет, если бы я не поплыл бы на Бразилию, я сразу двумя бы это не приеду, и он бы не успел отниматься.
даже не знал. Я думал, они вообще не захватывают. В принципе, смотрю, острова такие довольно-таки добротные получились, не так, Ганза. Ну, я говорю, 4, у меня огромный... Отлично, вот тут Ганзу, а тут коммерческий район в будущем. Посидеться где-нибудь и поплавать, мне, в принципе, нравится. Так, а чего там бонусы вообще Ганза? Еще по... Ну, от ближайшего района, то есть я вот еще от... Театральной площади буду плюс производство получать. Венецианский арсенал у нас в этой игре запрещен, так что там не стоит думать, что Ганзу надо рядом с морем строить, чтобы Венецианский арсенал построить. Нет. Invincibility lies in the defense. The possibility of victory in the attack. Ладно, пока уберу и возьму плюс к жилью с двумя и более районами. Так, и тут строительство строителей пока оставлю, пожалуй. Это пока оставляю. Так, ну надо Буэнос-Айрес, блин. Надо было... взять первый посол, чтобы двойное влияние оказывал. Эх. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.